Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, гости канала, наши новые подписчики, моя такая большая дружная семья. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас такой ролик с просьбой помочь нам собрать финансовые средства на питание. К сожалению, мы уже опять по финансам в долгах, это опять у нас уже 7800 у меня в Раймаге, это говяжьи кости и куриные наборы у меня взяты в долг уже на почти 18 тысяч. Да, к сожалению, мы не справляемся, все очень сложно. На Василису, простите меня, пожалуйста, но помогли, как всегда, одни и те же. На Василису собрано очень-очень мало финансов. Не знаю, почему не затронула тоже судьба девочки людей. Может быть, просто еще только начало месяца. С финансами, конечно, тяжело. Да, я, как всегда, говорю, что у меня-то в основном подписчики – это мои любимые пенсионеры и люди уже такие возрастные. Читаю всех, читаю каждого. Спасибо вам огромное. Сегодня у нас такой немножко просящий позитивный ролик. Я, конечно, обращаюсь к вам, что нам действительно нету финансов на питание, но и с другой стороны, к нам в субботу приезжал волонтерский отряд сборной студентов Москвы, которые посетили наш приют. Спасибо, ребят, огромное. Волонтерский отряд называется «Снежный десант Тору». С часу дня и почти до глубокого вечера, до 7 часов вечера, ребята помогали нам в уборке, в кормлении, в выгуле собак. То есть день прошел очень позитивно. Собаки были безумно рады, безумно счастливы. Во-первых, мы очень-очень долго гуляли. Очень много общения, очень много внимания собакам. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо, мы будем вас ждать, как вы и обещали, в январе. Обязательно приезжайте почаще к нам. Наши ворота всегда открыты. Конечно, немножечко все замерзли уже. Уже фотографировались потемно. Но это было чудесно, действительно, это было чудесно. Как бы такой прям день был очень-очень хороший. Ну, а сейчас, да, я хочу сказать, что похолодало. Похолодало, и в начале ролика вы видите, что где я кормлю пришлых собак, то есть это совсем не наши собаки. Собаки, которые откуда-то приходят, и, знаете, их достаточно очень большое количество, но я не обижаю никого, кормлю всех, потому что, ну, собака идет туда, где она чувствует тепло, заботу, и где ей могут оказать помощь в питании. Моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам. У нас начинается опять неделя полтинника. Не забывайте, помогайте, пожалуйста, всегда, кто с нами. Ну, потому что каждый раз мне тоже очень, как бы, неудобно к вам обращаться, может быть, даже стыдно вот это вот просить. Не забывайте о нас, о нашем приюте, о наших особенных детках. Комментируйте, обязательно комментируйте, лайкайте, пишите комментарии. Это тоже большое-большое, вот Наталья там писала, есть ли толк. Есть, девочки, толк, это большая помощь нашему каналу. Пишите, комментируйте, лайкайте и будьте всегда с нами. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. В городе Ефремов, в приюте, который называется «Твори добро». Какие впечатления! Нам все очень понравилось. Спасибо людям, которые нас приняли, дали возможность помочь собакам. Ставьте лайки, комментарии, творите добро. Если вам не трудно и у вас огромное доброе сердце, будем очень рады, если вы поддержите наш приют и собак. Реквизиты будут указаны в ссылке в описании.